Ну, король b7. На b6. Нет, король d4 и слон d7. Король на b6. Через полчаса после последнего. А вы это самое, может, на ВЦ надо ехать 3 минуты, там ВЦ это самое правильное. Это да, кстати, можно. Заправиться надо, надо тут доехать 10 минут, 15 по дороге. А, ну, на ВЦ, пошли на ВЦ, там нормально. Дайте твикс. Да? Не. Твикс. Сделай паузу. Давайте там твикс. Да нет, сделай. Да, и ты просто чувствовать нормально. Да, я согласен, что тут это, короче, по всем, по себе. Да что делать? Ты зря опять от 4, по-моему, полез. А что делать? А? Нет. Если не опять от 4, то что? До 6 и 4 что делать? Да. Что делать? Да нет, ну, пойдем с динамичным. Ну, какой-то раузер выглядит. Да что? Да что? А что выглядит? Не, ну, обычно получается... Еще по коню. Поделись с Вадиком. Хочешь? Так а что, я думаю, ну скажи мне, где большую пальцу покупаю? То, что кто-то будет отрицать? Победу, я говорю, и 5 вместо С4 коня 2. Не, как было в партии. 4 коня 2, да? А Б, да? Не, ну на 6. Он конь d4 советовал. Вместо перебьет b3. Да? А как я не чувствую этот самый день сам же себя псы? Что-то вроде плохо стоял. Кто? Я? Да. Ну вот мне Вадик тоже сейчас объясняет. Ты выиграл? Я проиграл. Да был бы средств. Меня знаешь. Кому ты проиграл? Кому? Эбелингу Микки. Ну это значит, понятно, но все равно моего Бугаса разыгрывался. Да, это одно и то же. Ты о Бугасе думаешь, а я думаю, он не закончит и шахматы. После таких игр. Да че вы, какой это коэффициент считать? У меня может быть трагедия взаимодействия. Я первый раз в жизни. Такое трагедия? Блин, я такого ресурса не помню. Чтобы отдельно. Да, плюс один балл. Нет, у меня на финише 2 из 6. Не, ну а как тут усиливать? Нет, ну можно пойти, Тот черный это полезный, как бы. Босс внутри. Это ошибка себя. Нет. Почему он сейчас проиграет с пешкой в этой? У меня любое это движение. Черный хуже. Вот
Я просто можу не стоять, так сказать. Он же 6, почему ходит? Ну да, слушай, что-то мне... Это по два раза. На каком поле? Карта 4. Слушай, Вадик, а ты не мог просто... Я вот не уверен, что, может быть, это не стоит сразу делать. А нельзя ли тут вообще усиливаться? А как усиливаться? А это все вот как бы этот максимум, что ты там... Ну, все висит, ничего не усиливается. Да. Если, конечно, не было бы слабости, то если вот так вот, то да, тут да, куча возможностей. Понятно, согласен. Мэм, позвони. Может, как-нибудь мотивация же 8. Это жесть. Вы хотите мать получить? Мать? Да. Ну, а если в этой позиции попробовать куда-нибудь, как короля? Это тоже как молец. Нет, это под это. На конде 4 зависит. Нет, что, я сейчас же 4 поставлю. Нет, просто если слон уйдет на d7, то конде 4, то e5, d5, f5. Там тоже под себя. Что делать? Не знаю. Надо владеть 8. А что, как закончилось? Да. Нет, ну слон f6, да, надо. Слон f6, да? А ты как сыграл? Ну, уже 4, да. Вот, не, ну хорошо, ну давай. Меня очень устраивает. Не, а что, пойдешь через стойку? Если там уже... Не, по-моему, что есть перевес. Не, ну же 4, ну же 4. Ферзь 4. Ферзь 4 на d6. Там на c2 будет. Значит, там... Не, на f5 там. Да, нет, ферзь 4 нормально. А, на d6. Не, f5, ну то есть как минимум f5. И 5 на d6. Не, ну 54, 53, подожди, еще. Так, окей, да, нет, так, там же не остается. А король 1. Не, не, f5. А, здесь b3 есть. Ну, погоди. Да. Конь взял. Не, а если так все-таки, там ну, король. Там солнце, глаз. Сейчас, ребята, дайте мне секунду подумать. Вот здесь вот, что d5, я не знаю, как это. Ну, это 54. Это 5, да, сейчас. Ну да, перевес похож. Два слона очень сильно стоят. Можно слон Е2 сыграть, конечно. Да. А, кстати, а это что, не ход? Нет, это не ход, это 4. Ну, да, может, вообще-то короче. Не, ну, d5. В принципе, защитил. Ну, так, как бы, 4. Ну, король b7. Ну, пошла. Этот не страшно. Сон d5 не страшно. А, сон d5. Кстати, вот слышишь, там Лобанов по хэншпингу, может, тебе? Да, ребята, ну, скорее, тогдаком плюс раз, плюс полтора. А, да, не, я просто вот так смотрю, что это вообще под разницей. Как он тут дается? То есть получается, что вы поделите еще втроем. Да, ладно. Четвером, да, с тобой еще. Сегодня ты клиент Костян, вроде хорошо был. F6 просто сыграл. Подожди, да? На 6 раз без слева. Он готовился. Так, король b7. Готовился? Так. А ты что думал, звать ты спустил это? Нет, ничего не слышал. Я удивился, что он такой вариант. Конечно. У меня из последних 8 партий белыми 6 караканов. Не, он мне сказал, что это все было приготовлено. Не, ну это хороший вариант считается для черных. Я просто вот смотрел в 6, да, это конечно зевота, а вместе в 6 там столько интересных будет продолжение. Не, я не ждал просто, что он это исполнит. Да. Поэтому и вышел основной. Он, не, в принципе, ну, как последний просто... с Якобсоном сыграть. Нет, так и там и с Якобсоном сыграл. Он тоже это даже посмотрел. Ну они все время готовят. Он меняет. Якобсон вряд ли. Взял бы 4, ладно. Да, да. 4, сразу фиксал. Да, что-то. Вопрос качества съелся? Да. Нет, она... Так а что, побила на 4? Там еще куда-то зайдет, она пал, допустим. Давай.
Через сколько ты будешь? 57. Не защитит. Чего понял, 2 не защитит? Ладья 2-4. А, ну какой на 2. А, это слуги. Ну, по крайней мере, видимо, так на глазах не защититься. Так, а что ферзь b5 нельзя? Нажмаш. Где? Ну, просто ферзь b5 сел. Я же могу ферзь b5. А, вот так? Ну, да, так. Потом слон b3 перекрылся. Может, не пить тут вообще? Почему? Не, а подождите, да, давайте тут какой-нибудь король b6. Король b6, конечно. Слон d3, видимо, ничего. Ну, ладья 8 все равно. Нет, я думаю, стоит пробить. Зачем слабость? Ну, как-то ладья c8, да? Фесер 2. Ну, какая слабость? Не, ну, как бы играет за позицию абсолютно. Сейчас фейсерзва неприятно. Не, слушайте, мне кажется, что это самое. Если будет играть от ничьи, Евгений Александрович, ну просто конь f3 пошел, что он там делает? Если слон g5, это все. Ну да. Не, ну а что здесь? Ну да, согласен. Здесь только с лицом. Сладя h1. Не, ну там будет 4 всегда. Ну ладно. Но это неоднозначно, это не это, ну, три результата. Чего конь f3 просто, вот как со мной лезет, игра в пасеку не лезет, как там будет чё? Просто вот это самое. Вместо слон g5. Так а чё, белые тоже хотят поиграть? Ну как, конь f3 как выиграть? Чё-то получил. Как мне кажется. Не, ну я готовился, следовательно, ко мне же, ну, то есть хотят меня здесь подготовить. То есть ты готовил эту систему? Ну да. Владик, как он-то не перешел на перца. Неожиданно. Все. А Е5, если тебя не знал такой? Да? Да, не знаю, я подходил как-то. Е5 понятно. Не, ну понятно. Ну, F4. Мне кажется, когда слон сюда выходит, то вот его сюда отводить от 3-0 делать. Я вообще, может, G5 не стал. Слон ушел. Плюс 2. Можно уже F4. Там коэффициенты колосса мы еще колосса. Чек у вас проиграл? Ну, плюс 2 позиции уже. А где ты смотришь? На час доме. Ну, час доме. Комнат есть сейчас? Ну, вот стоит. Нет, да, тяжело, тяжело очень позиция. Очень тяжело. Да. Тоже видно. Нельзя, судим две. А потом какие претензии мне не скажите. Тут же камера еще нет. Лучше не надо, потому что при порядке Там было сам себе проблемы. Я не понял. Вот почему на 31-м ходу не сходите ладья 8 на f7 и не поставить слона на b7? А ты не сходишь. Объясните мне. Это он эту позицию довел до такой капитализации. Он писал минус 0.15. Почему ладья f? Там ладья b1. Ну, ладья b1, b5, там такой вариант. Я не понял. А он как сыграл? Он e5 зачем? Я тоже думал, можно, я хоть ладья b1 не буду. Почему нельзя ладья 8 на f7 сыграть и слон b7 не поставить? Позиция какая вообще? Да и после Е5 ты посмотри, какой я шпинг слил. Сплавил просто. Посмотри, как он туда-сюда оставляет. Владимир просто ходил. Куча темпов потерял. И все как такое шпинг. Просто впереди королем на Д6 вообще. Король Ф6, король Ф6. Какого хода смотри? 6.
Просто 35-го. Ну просто смотрите, какой на H5 плавил. Ну давай, давай, Вадик, прокрути, да не надо бежать. Просто короля на D6 привел, и все, и возят черное. Ну это уже, да. Что же, G4, G5 неожиданно. Не, ну он тоже, я думаю, расставился просто. Расслабился, сейчас проиграл. Устал, наверное, выигрывается. Ладно, давайте, поехал. Давай, что ты уточни. Да, да, да. Чего, не расстраивайся? Да, что-то. Не, ну там кэш может был не 5, но тут ведьма посчитал, что видишь, это точно не твоя. Не, ну конечно там ладья 7, фунт, 7 потихоньку. Я так же играл. Вроде как сыграл. Ничего. Ничего. Кого я Кому я слил? Да я тоже сегодня партийника посмотрел, думаю, ко мне я слил. Видел, что он сделал сегодня? Это такой судьи просто. А я, кстати, вообще в шестерку попадаю. Ну, это дополнительные платья, думаю. Ну, а лобок попадал бы лучше. Там таблицы есть. Хотя вот Дима у меня есть. У того ничья, по-моему. Ну я не знаю, там ничья позиция стояла. Хотя может обойтись вело, а Гопов? Сколько выиграл? У меня проблема. Черняк выиграл. Не, мы сегодня как-то не очень сыграли, по-моему. Якорсон проиграла. Ну ладно. Не, ну лобашку я обвиню. А можешь один на канале? Ну, я один на третий беру. Хотя 42 стуй, но надо. 44 у тебя. Не, я понимаю, но я имею в виду. Клод вставляет ли догоняет? Чек коэффициент на один больше. Нет, ну он у нас а на пол больше получается. Ну не знаю, ну посмотрим. У меня нет подключения к интернету. Кири, так у тебя вообще первое место. У тебя есть интернет? Почему? У меня вот этот не болин, но проиграл, кик проиграл. А ну хотя кик совсем не играл. А с кем я еще играл? Этот Денчику проиграл сегодня, Якобсу. Лобашка выиграл, правда. С кем еще играл сегодня? Не, ну классно, все-таки возьму. Ну это будет странно, если он не возьмет, учитывая, что он со всеми сыграл тут. А, хотя Савьяло выиграл. Не, у меня, кстати, да, у меня прилично. У меня больше Малыми выиграл. У меня не так все и плохо. Ну он там он выиграл. Кто? Сепола. Сепола выиграл? У него окончание выиграно стояло. Но это который с ерошенными волосами, да? Не, Кипело. Не, это Сепола. Это не Кипело. Кипело это такой мужик. Не, Сепола только. Аки Сепола точно. Кипело я не знаю, как сыграл. Ну, надо проиграть. Мы все
все еще играют. Мертвые играют. Он, кстати, где этот? Нет. Мой век. Где Кипелов? Где мы? Только где? Ну, если не дает вообще сюда. Ну, не, у меня неплохо, у меня очков так 5 спины набрали сегодня. В принципе, неплохо. То есть у меня проиграли в первом туре. У меня в первом туре проиграл. Кик проиграл, Кик со всеми играл. Кто проиграл? А, и этот, Якобсен проиграл. Ну, пару мячей, а кто выиграл? Ну, ладно. Я не знаю, если он пишет плюс 1 и 2, если просто играть. Не, ну знаешь, что владельник и 1 и 2 это ерунда. Не, владельник там не получается, владельник там ты делал. Открой. А, там все-таки солнце 8 идет, да? А там ладья 8, я понял. Не, ну кулак выбрал правильно, там правильно научил. Не, ну у него 4 минуты. Так а где Винчи? Ну прямо они 4. Там нет 4. Не, ну все 4 минуты сходу, единственное. Не, ну наверное посчитаешь. Он еще считает король Е3.
Не, значит, что это вообще? Какая за 4, за 5. Это интуитивно даже не смотрится. Даже не знаю, как это что такое. Сам с собой играл. Не, ну что сегодня кик сделал? Включи Симона. Кик сегодня все сделал. Кик, да. А6. Нет, тут сопротивление ничего. Ну, лобашка, которая была, да. Больше не было. А что там вопрос? Нет, там партия. Техническая. Я тут это подумал во время партии, что мне наоборот хорошо, когда много делят. Когда много делят, например, два приза, там правило есть такое, что меньше сотни нельзя. Все тебя отсечешь. И поэтому получается, что ну, чисто математически получается, что очень много отсекается и получаешь даже больше сотни, ну, где-то 200 евро получишь. Потому что нельзя на всех поделить, потому что на всех не хватит. Так и было. Ну да, там много народу. Денис, Першинцев, Верьев, там Волков. За два места будет. А там сумма получается 300, поэтому ну, на четверых уже точно не делишь. Поэтому будет отсечение какое-то серьезное.
так, наверное, даже четвертое место. Ну, за пятое место. Ты пятое место? Ну да, даже примерно то же место. То есть никак не поделить между. Я так во время партии подумал, что хорошо бы не Лобашко включился, но даже лучше, если бы он проиграл. Но для меня это не будет. Не, я смотрю, удивительная ситуация. При мяче Лобашко, с Лобашкой я, ну, неделю. Я бы обгонял его, да? Да, я обгонял бы его. Но мне, с точки зрения спортивной, ну, по призам, выглядит, он... Там хотя бы 7, наверное, какой-то исход. Я не знаю. Ну, надо сказать, конечно, надо. Не, на самом деле 5 не складывается. Ну, сонда 5, сонда 5, королев 6, там непонятно, как выиграть. А, да, королев 6, да, королев 5, да. Молодец, держит, да, сонда 5. Ну, c5 надо играть, а так же, как посмотрим. Ну, я думаю, позиция выиграна, потому что c5, b6 играть, да. Ну, колодца 2 минуты, у Лобашки 20, я думаю. Я вообще не вижу, как защищаться. c5, b6, b7, поделаешь. Не вижу, как защищаться. Анти c5. Анти там было. c5, королев 6, b6, а b, c, b, слонцы 8. Цитать короля в 6, он почему в 6 не входит. Почему в 6? У вас слон g4. g4, это король e3, да? А, да, да, он там как раз за пешку оборудовался. А, не, ну король g4. А, да. Не, ну я могу просто слону подойти с другой стороны, в принципе. Я от этого хуже не стал. Не, ну вот смотри, там, конечно, получается вот такая позиция, ну вот в конце варианта, и она это выиграла просто. Слон d5, b7, то. У тебя b5, b7, опять. Ну, я чувствую, что будет раньше, когда ладья... Слон против ладьи? Слон против ладьи. Мы увидели это. Я думаю. Все к этому... Ну, замена вратаря. Меня туда. Германия тут выиграла. Убирали основного голкипера, выпускали там третьего вратаря, который даже никто не знает, как он реагирует, и выигрывали пенальти. А как раз играли, видишь? Наши сейчас играют и проигрывают. Я знаю, что ноль. Проигрывают? Да, 0-1. Кому? Динамо. Ага, может, уже сравняли, но не уверен. Вроде одинаково проиграл. 1-1, не вставляли. На 44-й забил. О, у них красная карта. У кого, Зенита? Нет, у... Кого? Губачана удалили. Губачана тоже. Ну, уже нет. Он не любит. Пишут, что Дзюба симулировал, нырнул. Ты что, дали? Ну, красную карточку дали Губачану. А, на Дзюбе, что ли? Да. Ну, я думаю, выиграл без игрока. Да.
А черчес у вас слили, нет еще? А, там комик, да? Черчес у вас убрали. Черчес у вас убрали? А, может быть, да. Комик приличный черчес. А где он то? Он же раньше в Динамо был, а потом его куда-то убрали, да? Директор, потом убрали, потом его убрали. Не, он единственный, ну, один из немногих хороших русских тренеров. Действительно. Ну, он давно, он мало чем тренировал, но не практику. Не, ну, когда старый Динамо, он то неплохо как раз. На контратаке это же есть. Да, можно уже говорить. Халк, видимо, спинати забил просто. Я понимаю. Юра Ладыгин, нету Гарай. Чудак Лобов, Смольников, Криштов. Юсупов, Фицингарсия, Шапов. Ну это да, это, наверное, смешно. Ну, с этим не делаешь? Гири и Громишвили поженились. Че? Гири и Громишвили поженились. Кто такой Гири? Вторая девушка. Грузинцы. А почему Хаков? Годик, ну не знаю, но ей лет так 28, по-моему. Громишвили. Громишвили? На какая-то маленькая? Нет. Надо сейчас проверить. Не, она не точно. Ну, было, то есть они же играли, но тут убили вместе. Новый год и два. По-моему, это в Туман было или Синос? Да. Нет. Как вчера сыграла Россия? 25. А Гири сколько? Гири 94-го. Три года раньше, да. Ну. Башки все на кону. Норма, деньги. Все. Делешь первое место. И, да. Это ничего не стоит. Наши деньги. Наши деньги у него на кону. Тут сидит думы. Кто везет на вас, Валер? Машина. В машине кто водитель? Это Мартынов? Это Мартынов? Просто нет, раньше не проходит. То есть это про фирму какая-то. А, знакомая. Спартак вроде не выиграл первым. Да, все понял, скажи. А как сыграл, я не выиграл. Борис Щербаков из Кулина Лежана. Да, значит, Хорс сыграл вчера. Он вчера был на Кулинаше с испанцем. Финал чемпионата. А, до 21? Ой, до 18. Нет, до 18, 19. Не знаю, сейчас посмотрю. Ну, сюда второй. Потравление, во-первых, на сейчас. Что? Синлайк, нет, не было еще. Там ничего не написано. Ну, в полуфинале они 4-0 выиграли. Что? Сегодня, да, играют? Может, если вечером пишем. Так,
испанцев, они же уже... Они же с испанцами в группе, да, играли? Не уверен, что у испанцев. 4-1 они выиграли у испанцев. Мы 4-1 выиграли. Пропустили там минут на второй, и потом 4 забили. Видимо, в группе играли. А как сыграли раунды? Там изначально где-то стоит. Там пешечный начало. Я не смотрел такой ситуации.